Церковные хоры и творческие коллективы «Салавата» встретились на пасхальном концерте. На сцене культурно-досугового центра «Агидель» исполнялись песни и театральные постановки. Также детьми и преподавателями была подготовлена выставка, посвященная празднику Святой Пасхи, на которой представлены труды учащихся воскресных школ. К зрителям и юным артистам обратился глава епархии. Я думаю, этот замечательный концерт, по которому мы уже соскучились, поистине по живой музыке. По живому исполнению за этот год карантина и самоизоляции. Я хотел бы, дорогие мои, вам всем пожелать от воскресшего Христа Спасителя. Это силы терпения, крепкого здравия. В эти еще непростые дни, которые мы переживаем. И еще раз вас хотел бы приветствовать радостными словами «Христос воскресе!». Культурно-досуговый центр «Агидель» «Салавата» объединил всех участников и зрителей в пасхальном концерте, детском театрализованном представлении с хоровым пением. В мероприятие были включены творческие номера, песни и сценки. И главная цель, которую ставили для себя организаторы встречи – поделиться пасхальной радостью с жителями и гостями города.